книге нашел свой рай. Да. В общем, сейчас мы ходили обедать. И... Оля выпила 0,5 пива. Да, все-таки, короче, мы ходили в кафешку Козлов, да, назывался? Козловна. Вот, вообще, короче, очень-очень вкусно, нам все очень понравилось. И там будет фотка, вы увидите, Оля, какие там порции. Это вообще, когда я увидела свою порцию... Я-то я маленький гуляш, а Оля жрет под вошницели. Нет, там просто фотка с моей стороны, поэтому... Это голова Кафки. Если что. Франц Кафка. Писатель. Вот и собралась его голова. Та-дам! А это Оля ест мороженое. Угадайте, что мы делаем. Мы опять куда-то лезем. Как называется эта башня? Ген. Вот, так что теперь нам поспешило залезть на эту башню. У нас прям остались последние часики, как мы перед тем, как мы уедем. Вот, на улице такое пекло сегодня. Ну, да, прям... жарковато, хотя, несмотря на то, что время уже 4 часа. Да, тут, мне кажется, все 30 градусов, если не больше. Вот. Ну, что, тут машина едет, выливает, так что у нас все с фольгой. Мы хотим, да, реально уже просто начать бегать за этой машиной, которая подливающая, и просто постоянно идти за ней, и все. Вот. Сейчас ходили, увидели церковь, посидели, полежали на травке в саду, покушали. Вкуснейшие багеты от багеты Оли. Нам вообще очень понравилось, реально, весь багет. Багет Боливар, это же получается как уличный багет, да, переводится? Вот, точно. Боливар – это багет. Ну, вообще, на самом деле, для вот пикника это вообще самое то. Прям очень-очень классненько. Вот, идем дальше гулять.